братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником. Праздник называется праздник Богоявления и праздник Крещения. Богоявление, потому что человеку явилась Святая Троица, Бог Сын, который сходил воды Иордана, Бог Святой Дух, который сходил на Христа, и был слышен глас Бога Отца, который говорил: «Сей есть мой Сын возлюбленный, на котором мое благоволение». И сегодня же праздник называется Крещение, потому что Господь принял крещение от Иоанна, и Он вошел в водное пространство и освятил воды, освятил как Бог все человеческое бытие. И в этот день я желаю вам, как поет сегодня церковь, духа премудрости, духа разума, духа страха Божия. Желаю вам, чтобы вы, приобщаясь к таинствам церкви, к святой воде, приняли в свое сердце Христа. Всех вас с праздником, помощи Божией вам, здоровья, многое-многое благодарю. Спасибо.